Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Марина. Мне бы хотелось услышать о вас немножечко, о ваших картинах. Если хотите, расскажите, пожалуйста. Очень интересная техника у вас. Я такую здесь не видела. Да. Моя техника называется стилизация тушь-акварель. Значит, я изображаю стилизованные образы. Не буквально копируется объект, а он стилизуется. В природе это цветы, животные, насекомые, в видах Ростова-на-Дону. Архитектура остается такая, какая она есть, а окружение уже стилизуется. Тем самым я создаю какую-то особенную новую атмосферу. Любимые места многих ростовчан – это кинотеатр «Россия», известная клумба, цветы со скульптурой журавли, набережная, вот набережная изображается именно 76-го года, когда она была построена. Так, кинотеатр России – это 70-е годы, это можно увидеть по варианту ограждения и по форме птиц. Здесь я закладывала символы солнца, которое символизирует, повторюсь, лето, радость, успех. Отлично. Значит, следующая картина – это старый аэропорт. Прекрасное здание, которое строили российские архитекторы. Это здание стилизованное под сверхзвуковой самолет Ту-144. Хвостовая часть, четыре хвостовых части используются в стилизации старого прекрасного здания аэропорта. Очень интересно. Да. И природные мотивы, цветы, бабочки. Кошечка у вас очень интересная. Да. А что тут за символ, чтобы я вот не гадала? Какие символы? Солнышко вижу, да? Вас? Да, вот правильно вы видите. Солнце, огонь. Умиротворенный кот или кошечка. Кошечки, да. Это деревенский образ. Деревня, да. Да, лето, деревня, спящий кот. Ну вот я почти угадала. Да. Хочу напоследок, да, сказать, что я продолжаю серию Ростова-на-Дону, так что приходите, смотрите, будут очень интересные картины. Огромное вам спасибо. Видео будет на канале. Всего хорошо, доброго, спасибо. До свидания, удачи вам. Удачи вам.